Также в воскресенье, но уже во второй половине дня, на стадионе «Дружба» Йошкар-Олинский «Спартак» проведет очередной матч. Подопечные тренера Александра Нинашкина в отборочной игре в рамках любительского Кубка Приволжья сыграют с футболистами из Воткинска, это республика Удмуртия. Это будет ответная встреча. В конце апреля на поле соперника наши разгромили хозяев со счетом 5-1. Добавлю, что «Спартак» в этом футбольном сезоне пока не знает поражений, одержав 2 победы в рамках Кубка и 4 победы в любительском первенстве, в котором идет на первом месте. Скорее всего, положительный для красно-белых результат будет достигнут и в воскресенье. Начало матча «Спартак» футбольный клуб «Воткинск» 22 мая в 17:00 на стадионе «Дружба».